В Корейской Народно-Демократической Республике добиваются больших успехов в производстве комбинированных органических удобрений. В частности, Пёнгвонский завод комбинированных микроудобрений Эгук производит большое количество комбинированных удобрений из обычного в своей местности торфа и разных навозов. Коллектив завода комбинированных органических удобрений в городе Синьчжу тоже добивается успеха в производстве удобрений. И на других предприятиях комбинированных органических удобрений прилагают большие усилия к увеличению производства удобрений, эффективно повышающих плодородие почвы.